больше, наверное, некому выйти на поле. Рональдиньо. Удар по воротам и 2-1. Но вот мастерство. Вот мастерство этого игрока, лучшего игрока Европы. Мы на мгновение освободился из-под опеки перед воротами и нанес моментально точнейший удар. Моментально. Рональдиньо. 10-й мяч в чемпионате. 2-1. Бразилец выводит Барселону вперед. Ох, как нелегко сегодня Барселоне дается эта игра. Очень нелегко. И щекой, внешней стороной стопы. Точно зряче отправляет мяч рядом со штангой. Все видел. Вот вокруг него были игроки в белых футболках. Быстро надо было все решить. И все он успел сделать. Оценить обстановку, посмотреть и точно ударить. Желтую. Будет показывать нам еще раз режиссер эти мячи. Метров 14 вам правил мяч.